Всем привет, вы на канале Про Экип, и сегодня у нас на обзоре наколенники мотоциклетные Mad Bull 7019K. Мы не будем сильно останавливаться на фирме Mad Bull, делают они у нас защитное снаряжение в основном, противоударное, и какие-то аксессуары. Я думаю, мы перейдем непосредственно сразу к наколенникам. Что касается них. Они у нас закрывают полностью всю ногу, конструкция шарнирная. Нижний сегмент и верхний сегмент загибается и идет вверх по колену, доходя практически до начала бедра. Что касается шарнира, мне кажется, это самая эффективная тема для наколенников. Во-первых, она не сильно затрудняет нам движение, анатомично повторяя движение сустава. И при этом надежная, простая и хорошо держит удары. Что касается самого щитка, весь он испещрен небольшими отверстиями вентилирующими. Я не могу сказать, что их так же много, как, например, на 22-х, но, в принципе, здесь их несколько, немного, но они все равно присутствуют тоже. На наколенниках не часто встретишь то, чтобы кто-то задумывался о вентиляции. Что еще важно? Задняя часть, подстежка, отстегивается и стирается. Это значит, что, в принципе, сами производители рассчитывали на то, что эти наколенники у вас на долгий срок, что вы будете их эксплуатировать, когда у нас засаливает вся эта часть, а в основном многие производители об этом вообще забывают и не дают нам возможности постирать заднюю накладку. А из интересных решений здесь у нас не просто два ремня, которые прикрепляют эту нижнюю, самую большую голеную часть к ноге, а здесь у нас такая подушечка, которая распределяет нагрузку по всей икре икроножной мышцы, уменьшая давление и уменьшая дискомфорт при ношении. Ну и плюс ко всему делая конструкцию более крепкой. Что касается самой внутрянки, она здесь у нас наполнена воздушными амортизаторами тканевыми, которые, в принципе, тоже должны хорошо сдерживать нагрузку при падении. Они у нас неоднородные, в одних местах побольше, в других местах поменьше. Это значит, что производители запарились на тему того, как будет распределяться нагрузка при ударе на наколенник. Ссылку на данные наколенники мы оставим в описании. А на этом все. С вами был канал магазина ProEquip. Подписывайся на наше обновление, ставь большие пальцы вверх. До скорого!